С Днем Ангела, дорогие именинники! В истории мало таких людей, как предтеча, то есть святых от пеленок. Подавляющее большинство тех, кого мы называем святыми, выбрали свою святость в долгих схватках с грехом. Сегодня Церковь празднует память как раз одного из таких святых, имя которого Нифонт, что означает «трезвый», «сдержанный». Он вначале в детстве соответствовал своему имени, был научен родителями вере, ходил в храм часто, был добр по нраву, но в юности растерял добрые залоги, бывшие в нем еще с детства. Юность принесла с собой блуд, нечистоту и много разного непотребства. Нифон так окунулся в грех, что ее перестали даже узнавать. Однажды товарищ, повстречав его на улице, долго всматривался в него. «Что ты смотришь на меня?» – спросил его Нифон. «Я не узнаю тебя, твое лицо похоже на эфиопа», – сказал ему товарищ. Нифон вернулся домой и с ужасом понял, что нечистота, накопившаяся в сердце, даже видна теперь через лицо. Он стал меняться внешне. Он стал усердно молиться и плакать, просить заступления Божьей Матери и прощения своих грехов. И во время его молитвы икона Пресвятой Богородицы засияла. Он почувствовал в этом знак. Не сразу жизнь была переменена. Еще неоднократно Нифон поскальзывался и падал, и обратно шел к молитве, и к Богу, и преподал в покаянии, и Господь прощал его, а он опять поскальзывался. И эта борьба продолжалась долго, пока, наконец, твердая воля, несокрушимая такая решимость не грешить, сопротивляться соблазнам, не восторжествовали в сердце Нифонта. Борьба была длительной, неоднократно бесы нападали на него, но с милостью Божией и с помощью Господней Нифон побеждал эти искушения. Жизнь его стала подвижнической. Впоследствии он достиг дара чудотворения, прозрения тайных помыслов человеческих. Его глазам были открыты, например, такие тайны, как выход души из тела при смерти человека. Доживший до глубокой старости, обогатившись духовными дарованиями, Нифон сподобился сана епископа. Это было, когда он, уже будучи старцем, пришел в Александрию, и там его, зная как подвижника, как человека мудрого и благочестивого, рукоположили в епископский сан. Епископом он был недолго. Его душа с миром отошла Господу, и он водворился в селениях праведных. Что иное подобной истории, дорогие телезрители, как не ободрение каждому из нас? Ведь грех мучит человека. Грех – это, по сути, кабала, позорная, длительная, унижающая человека. И мы часто опускаем руки, унываем, думаем, что это и есть наша падшая природа, что такое она будет всегда. Подобные радостные вести, подобные исправления других людей ободряют нас, вселяют в нас надежду, радость, дают нам силы бороться с нашим собственным грехом. Напоминаю, что имя Нифонт означает «целомудренный», «праведный», и мы сегодня поздравляем всех тех, кто носит это святое имя. Кроме Нифонта сегодня именинники также Павел и Феоктист. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.